Сделать занятия физкультурой в школах республики комфортными. В Чувашии в рамках партийного проекта «Единая Россия» детский спорт. В этом году только в Канаше капитально отремонтировали 7 спортивных залов в образовательных учреждениях. Наша съемочная группа побывала в нескольких школах и узнала, в каких условиях теперь занимаются дети. В канашской школе номер 8 Сабина Саляхова – самый молодой учитель физкультуры. Преподавать стала сразу после колледжа, который окончила в родном Татарстане. Капитальный ремонт в спортзале завершился еще летом, до прихода нового педагога. Так что в каком состоянии помещение было раньше, Сабина знает лишь по рассказам коллег и учеников. По словам педагогов, да, моих коллег, оборудование так уже служило, да, и все было старое, пол, естественно, шаталось. В целом, ребятам очень зал нравится, настолько обновленно, говорят, зал, что, ну, все удобства, пол вообще не скользит, то есть специально. Специальный пол, который принадлежит, да, ведь для спортивных игр каких-нибудь, да, вот гимнастика все-таки на матах, а вот спортивные игры все равно на вот на такой, как сказать, поверхности. В спортивном зале, в котором уроки проходят с 1939 года, никогда не проводился капитальный ремонт. И теперь помещение трудно узнать, признаются учителя. Нетронутым остался лишь потолок. Строители заменили окна, провели отопление, установили систему вентиляции и подачи горячей воды в раздевалках. Сейчас совершенно другой подход. В раздевалках уютно, в зале комфортно. Я думаю, что дети и родители заметили, и я очень доволен подрядчиком, который все эти виды работ выполнил и сдал в срок. В целом, вся вот эта работа по проведению капремонта в сумме 1 976 000 рублей. Были обновлены 2 спортивных зала Канашской школы номер 3. Зданию 26 лет. И за все эти годы в помещениях для занятий спортом проводился лишь косметический ремонт. В масштабном преображении приняли участие и родители учеников. Вместе с учителями они выбрали дизайн стен. Капитальный ремонт в каждом зале обошелся примерно в 3 миллиона рублей. Мы поменяли полностью покрытие, стены, инвентарь, душевые. Стало детям очень приятно. Во-первых, всегда хочется детям создать комфортные, наверное, условия. И, наконец-то, мы теперь радостные, довольные. В рамках партийного проекта «Детский спорт» за последние 5 лет в Чувашии было отремонтировано более 100 спортивных залов. Если раньше эта программа распространялась только на сельские территории, села, деревни, то теперь эта программа пришла в города. Вот в городе Канаш за 4 года не было отремонтировано ни одного спортивного зала. Ну, капитально, да? Капитально. Программа будет действовать и в следующем году. Она касается не только школ, но и детских садов. Кстати, заявки уже есть. Дарья Паскарюк, Святослав Петров, «Вести Чувашия».